Здравствуйте. В прошлый раз я готовил красный борщ, потом вкусные фаршированные перчики, а в этот раз приготовим, что бы вы думали, конечно, тортик. И тортик мы приготовим очень быстро. Это такой быстрый и вкусный рецепт. Поэтому будет интересно. Для тортика нам понадобится молоко, бананы, сметана, мука, сахар, какао, сахарная пудра, соль, 2 яйца, сода пищевая и масло растительное. Вот все, что нам нужно. Для начала нам надо разбить 2 яйца. Столовых. Столовых? Правильно я говорю? Я правильно говорю? Мне помогать будет Настя или я ей буду помогать, не знаю кто кому. Ну вот, разбиваем 2 яйца, разбиваем. Нам еще кот помогает здесь, Мурзик, Музрик, Шарик, мы его Шариком назвали. А дальше соль добавляем, 1/3 соли. Вот так. И перемешиваем вот этим устройством. Как он называется, Настя? Блендер. Давай. Аккуратно, чтобы не брызгало. Теперь добавляем 6 столовых ложек молока. Это раз. Можно сверху. Да, это так приблизительно. 2, 3, 4, 5. 6. И теперь 6 столовых ложек сахара сухой ложечкой. Раз. И я внимательно считаю. 2. Очень внимательно считаю. 3. Смотрите, какой сахар чистенький. 4. Давай, клади. Настенька, давай. Так, 5. Ага. И последнюю ложечку. 6. Вот, немножко перемешали это все дело. Теперь 5 столовых ложек муки. Раз. 2, 3, 4, 5. И 1 столовую ложку какао. Давай, 1 столовую ложку какао, чтобы зрители видели. 1 столовую ложку какао. И побольше чуть-чуть положим. Еще чуть-чуть. Вот, да, туда сыпется. И можно еще, наверное, чуть-чуть. Во, вот это хорошо будет. Вот. Это теперь все перемешиваем. Можно как бы ложкой начать, а потом... Вот. И делаем из этого тесто. Добавляем соды. 1/2 чайной ложки. А ее сразу гасим? Не, прям сразу кидай туда, вот сейчас вот кидай, да. О, отлично, просто великолепно. И столько же уксуса туда. Чуть-чуть, совсем, прям на нее. Хорошо, давай, вот так, вот. Пошло шипение. Теперь маслица, 2 столовых ложки. Вот тебе ложка. Что, она, она грязная, да? Хорошо, давай, 2 столовые ложки. Раз, 2. И все это перемешиваем опять. Теперь, по идее, мы должны все вот это вылить в форму для запекания и поставить в духовку. Но что-то тут... Куда? Микроволновку. Микроволновку? Не, в духовку, по-моему. Микроволновку. Да, микроволновку. Ну, что-то тут мало вот этого вот, вот всего. Может быть, сделаем еще столько же вот этого же всего. Давай еще раз все. Значит, нам что нужно? Все повторить. В общем, мы не будем этот процесс показывать. Все понятно там, да? Кому надо, пересмотрит. Мы хотим побольше. Тут прям вообще мало. Ставим в микроволновку на 5 минут. Пока у нас там все запекается в микроволновке, добавляем... сметану, да? А сколько у нас получается? 600 грамм, 20% сметанка. Вот. А это можно на борщ оставить. На красный ложечку. Так.
Еще одна. Очень простой тортик. Готовится буквально 15 минут. Вообще вся, все приготовление 15 минут. Вы представляете, 15 минут торт приготовить. Так, и очень вкусный. Ага. И теперь нам что осталось? Сахарную пудру, да? Так, я... Накинем больше. Давай больше, вкуснятина будет у нас. И это все, что нужно для того, чтобы в тортик добавить. Пудра вот такая у нас получится. Сметанообразная. Вот, вот, представляете, какая вкуснотища. Как бы это заснять-то? Не могу. Я уже хочу попробовать. Бананчики. Настя режет бананчики одинакового размера. Вот. Там что-то микроволновка пищит, уже все готово. А там нам нужно, чтобы он настоялся еще 10 минут. Интересно, что там получилось. Хочется посмотреть. Смотрим, что получилось. О, какая красотень! Ух ты, камера запотевает. Так, вот такой у нас вкусненький получился. Вытаскиваем его. Теперь разрезаем его пополам. Да, вот так вот по кругу крутить его. Хорошо, когда работают люди, вот комментировать очень приятно. Люблю вот смотреть, как люди работают. Так, аккуратненько мы срезаем, крутим, все получается. Обильно промазываем корж вот таким слоем, ровненько. Можно использовать мастихин для художников. Ровненьким слоем, все-таки мастихином удобнее будет. Да, удобнее. Можешь принести? Заодно промажем и второй. Вот. Но это как холст. Тут, когда грунтуешь, нужно загрунтовать, чтобы поры холста закрылись. Так то же самое и здесь. Принцип такой же. Друзья, обязательная фишка. Сначала надо по краю положить бананы, потом в центр. Если сделаете наоборот, у вас ничего не получится. Это вот обязательное условие. То есть от края к центру. Если по-другому, то все. Пиши, то есть я пропало. Уже, да, пиши пропал, я уже знаю, что комментаторы начнут критиковать меня за то, что нас, за то, что мы не от центра начали, а от середины, по бокам не получилось сказать. Ну ладно, по бокам мы начали. Ну вы поняли смысл, да? И вот сейчас вот сливочка на тортике. В центр мы кладем три. Вот так. Вот. Вот так он должен выглядеть. Ну что, сверху вот тот накладываем? Да. Давай попробуем. Я бы не снимала. Не снимала бы это, да? Потому что не, может не получиться. А мы будем снимать, нам бояться-то нечего. Мы сейчас хлобысь. Опачки. Очень даже все ровненько легло. Смазываем теперь сверху. Нам еще по бокам его надо. Ты рассчитай, попробуй, чтобы еще по бокам. Вот это вот, как кирпичи строители кладут. Они же швы замазывают потом. И мы должны швы замазать. Ничего не должно видно быть. Это же вот эти вот там супер-повара, они сейчас просто обзавидуются нам. Они просто скажут, елочки точеные. Как же они классно сделали, мастерски все это вот. Вот, да, да. Ну и в принципе-то что? Что можно, как, какой итог подвести? Вот это все дело настаивается. А, он еще сверху украшается. Можно его посыпать шоколадной крошкой. Ох, не могу есть уже, хочу его. Съесть хочу. Вот. А можно чем-то еще. Можно какие-нибудь клубнички положить, ягодки и тому подобное. В общем-то, вкуснятина еще та. Внимание, что у нас получилось. Показываем. За 15 минут вот такой замечательный тортик. Просто вкуснотища. И что у нас получилось внутри там?
Сейчас посмотрим. Так. Сбоку снимай. Вот, какая красота. Бананчики там. Вот такой вкусный тортик. Ну-ка, подними повыше, подними, дай посмотреть. Вон там какие прослоечки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Приятного вам аппетита, друзья.